этом году мероприятие посвящено 45-летию образования Всероссийского общества автомобилистов. И уже в 20-й раз она попринимает здесь ребят, съехавшихся с разных регионов России. Мероприятие, которое имеет всероссийский, международный, межрегиональный статус, конечно же, значимо для города. Большее количество отдыхающих, и не только отдыхающих, но и соревнующихся, в данном случае молодых ребят, которые приехали практически со всей России на 20-е юбилейное соревнование, которое проходит из года в год в Анапе. Конечно же, мы рады гостей видеть и приветствовать гостей города-курорта у нас. Такие соревнования не только выявляют лучших юных автомобилистов страны, но и показывают значимость той работы, которая проводится с подрастающим поколением. Всероссийское общество автомобилистов сделали очень правильную вещь. Они, кроме подготовки водителей, которые уже достигли 18-летнего возраста, занялись именно подрастающим поколением, потому что это будущие водители. И вот тот чемпионат, на котором мы сегодня присутствуем, это одна из составляющих той профилактической работы, которая есть. По результатам соревнований были определены победители в командном и личном зачетах. На торжественной церемонии закрытия были вручены кубки и призы. В командном зачете ребята из Татарстана заняли первое место. На втором – автомобилисты из Челябинска. Бронзу завоевала команда из Саратовской области. Но, как признаются сами участники, на этих соревнованиях главное не победа, а опыт, который, несомненно, пригодится в жизни. А кроме того, ребята нашли здесь новых друзей и получили массу впечатлений. Чего только стоит церемония закрытия. Организаторы постарались сделать ее яркой и зрелищной. На сцене выступали творческие коллективы. По-настоящему разогрели атмосферу артисты фаер-шоу. А в финале всех ждал праздничный фейерверк. Ирина Меркурьева, Роман Беркалиев, Анапа регион.